Привет, друзья! Продолжаем нашу экскурсию по маршруту. Вот поближе вы увидите котельную, которая полностью отапливает район БСХТ. С правой стороны озеро Бармашино. И сейчас я пройду прямо и поднимусь по лестнице вверх. Я убрала звук. Почему? Потому что я была вчера в шлюпках, и когда идешь, они шлепают. И меня муж наругал, говорит, не могла другую обувь одеть. Только и слышно твои эти, как шлепают шлюпки. И поэтому пришлось звук убрать. А кто-то мне написал, вот где в дендропарке, там же сухие листья, идешь, они шуршат. И кто-то, вы так шумно ходите. Ну, хотелось как бы и передать вот естественный шорох, там, звук, но не получилось. Кому-то, видите, не понравилось. И поэтому пришлось убрать. Ну, наложу музыку. И смотрите и наслаждайтесь. Сейчас мы пройдем вот где этот дом стоит, в этот проулочек, и обойдем и попадем на территорию колледжа. Thank you.
такой интересный дом. Интересно, сколько лет ему? Мне он понравился. Ну, я смотрю, здесь вот окна меняют, делают ремонт в таком красивом месте этот дом. Это окна спортзала. А это территория колледжа экологии и лесного хозяйства. Как здесь все уютненько, красиво, ухожено. В 1898 году это была лесная школа. В 1924 году Боровской лесной техникум. В 1977 году
Боровской сельскохозяйственный техникум. В 1994 году Боровской агротехнический колледж. Ну а сейчас это высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма. Колодец настоящий. Хочу сказать, что это еще не все. Продолжение следует. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Татьяна. Всем пока!